собор, либо торговый центр Морозовский. Но если бы туда пускали, то, наверное, наши экскурсии были бы интересны не только москвичам, но и нагичанам. Поэтому в следующий раз я вам могу... Нет, я вам расскажу в следующий раз о том, в чем же особенность Глухова, как промышленного микрорайона, в чем его общие черты с тем...